Проверяем запись на Nakamichi 670ZX. Пишем с кассетной деки DR1 Nakamichi. Кассета металл. С хорошей записью. Пишем на TDK SA 90. Это хромовая лента, классическая. 86 года. Даже 82-го. Такая старая. Тем ценнее запись на ленту, соответствующую приблизительно году выпуска аппарата. Хотя он даже чуть постарше. Проверяем запись, пишем. Лента откалибрована на этом аппарате с помощью режима автоматической калибровки. И, кстати, я покажу, как это делается. Включается режим автокалибровка вот таким образом и нажимается запись. Все, лента откалибрована, видим значение сигнала 400 Гц, проверяем его источник. Я уже отрегулировал, внутренние настройки имеются в полном объеме. Здесь можно корректировать чувствительность канала записи. Головка записи отрегулирована, лента точно настроена. И пишем источник на Nakamichi DR1. Запись 670ZX. Делать перезапись с хорошей виниловой кассеты на старенькую кассету ДДК Chrome обязывает. Однако качество записи послушайте, если сможете отличить. Источник на Nakamichi DR1.
670ZX. Очень хорошо звучащий музыкальный аппарат. Если повезет с головками, обычно с ними никому не везет. Очень много дек, 8-9 из 10, со стертыми или деградировавшими в той или иной степени головками. Многие с обрывом по каналу, а то и в двух. Это, считай, нужен донор, поскольку головки отдельно продаются крайне редко. Гораздо реже, чем сами аппараты, а состояние их проверить не получится толком, пока не подключишь, даже если они рабочие. Итак, большую часть старых на комиссии, 6 серии, 670-е, 680-е, 681-е, 682-е, приходится восстанавливать, в том числе вытягивать качество воспроизведения головок. Есть для этого инженерные методы. Если головки не слишком плохие, если слишком, ничего уже не поможет. Только замена. Только менять не на что. Играет источник. Пишем. Аппарат получился из состояния подубитого с плохими головками. Желаю вам всего доброго, друзья, и удачи!